Здравствуйте, дорогие подписчики, а также те, кто смотрит меня в первый раз. Сегодня я вам расскажу про одну из стихий, которая изучена на 3%. Это стихия «Вода». Когда звучит это слово или кто-то говорит тебе, то мы понимаем, воспринимаем ее с тем, что вода у нас дома течет из крана по трубам, она протекает. Также мы вспоминаем о том, что она существует в реках, озерах, море, океане и во многих текущих водяных водоемах, а также искусственно созданных. Вода также может быть не только жидкой, но и твердой в состоянии, а также в воде в виде пара. Вода присутствует во многих веществах. Которая нам необходима. Самое главное, что мы состоим из 70% воды. И для того, чтобы жить, нам необходимо употреблять ее в пищу каждый день. Про стихии как воду можно рассказать, но самое главное, что я должен вам рассказать о том, что она может лечить и калечить. Вода чувствует нашу энергию и биополе, так как мы состоим из большого процента воды, то она очень влияет на наше состояние, наше поведение. И все из-за того, что сталкивается одна стихия – вода с такой же стихией. Если они отличаются, то и может по-разному повести человек, который встретил другого человека. Множество экспериментов было с этой стихией на влияние негатива, а также позитива, и вода по-разному отвечала. Мы можем влиять на наше состояние, если мы сможем контролировать эту стихию у себя внутри. Если мы сможем влиять на эту стихию, то откроется много возможностей. Например, сами себя лечить. Для того, чтобы подчинить внешнюю воду, то нам нужно медитировать в водяной стихии. И со временем мы сможем ощущать не просто воду, как воду, а как источник заряда энергии. Будете ощущать легкость. И после такого процедуры вы сможете также зарядиться на определенное время и быть бодрым. Для этого вам нужно налить воду в ванну. Главное, чтобы она была хотя бы теплая. После этого залезть в нее, соответственно, и после расположиться поудобнее. Лучше всего лечь, потом закрыть глаза и начинать свою медитацию. Дыхание ровное. Долго вдыхаем через нос воздух до того, как живот будет втягиваться. Потом таким же образом выдыхаем до последнего, когда у нас будет мало воздуха. Так мы входим в особое состояние. Если вы владеете горловой чакрой, бихудхой, то можно
петь мантру или душевное пение. Это пение не от души, а пение вашей души, то есть изнутри себя. Таким образом мы потихоньку подчиняем стихии воды. Со временем вода станет вашим другом, и с помощью нее вы сможете многого достичь. А если вам понравилась новая рубрика моя, то, дорогие мои подписчики, ставьте лайки. А кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Я буду рассказывать много интересной истории, много упражнений. И в общем-то, все рубрики буду подтягивать. Также ставьте, нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить новое видео. Также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, где я веду блог. Также можете подписаться на мой Инстаграм. Там я выкладываю не только эзотерические вещи, но и свои фотографии. Вы можете познакомиться со мной лично. А так скажу, до скорых встреч. Всем пока.